Ну что, наконец-то мы добрались до капусты. Сейчас мы будем делать капусту со свеклой. Вот, приготовила мясорубочку. Тут Ксюша у меня лепит, рядом сидит. Нужно 5 килограмм капусты, 3 морковки, 1 свеклу. Но я почистила 2. 3 зубчика чеснока, но я почистила 4. Сейчас я все это буду... Это все натирается на терке, капуста шинкуется. А я все это буду на мясорубке своей любимой шинковать. А, Ксюша, воткни розетку. Итак, морковку со свеклой накрутили. Сейчас разберем эту конструкцию и поменяем насадку для капусты. Так. Для капусты. Ну, в принципе, мыть ее не обязательно, потому что все перемешается. Это я поставлю обратно. Так, берем насадку для капусты. Где она у меня? Где? Вот такую шинковочку берем. Вставляем сюда. И закрываем. Закрываем. Так, и чеснок я буду не натирать, а резать дольками. Просто кружочками. Наверное, камера считается того, что на столе режу. Ну, в общем, вот, чеснок буду такими дольками резать. Все. Так, сейчас будем шинковать капусту. Будем капусту шинковать. Насадку поменяли. Поехали? Поехали.
Ну что, все заложили. Полная кастрюля. Сколько она у нас? 10-литровая, по-моему. А капусты ушло сюда около 4 килограмм примерно. Вот. Сейчас буду готовить сироп. Не сироп. Как это называется-то? Ну, Ксюш, скажи мне, чем заливают всю эту вкуснятину? Рассол! Рассол! Буду готовить рассол. Рассол готов. Вот он. Он очень простой. Сейчас я все это залью, дело вылью. И расскажу вам, как я его делала. Значит, берем литр воды. Я взяла сразу горячую из чайника кипяченую. Положила туда 100 грамм сахара, 2 столовых ложки соли, 100 миллилитров масла подсолнечного, горошек, в смысле перец горошком, штучек 9 я положила. Я положила 4 душистого и 5 черного. Довела все это до кипения и добавила 100 миллилитров уксуса. Так, куда же у меня падаешь-то, телефончик? И все. Довела все это до кипения без уксуса. Начала только закипать. В общем, уксус вылила. И все. И заливаю капусту этим рассолом. Сейчас я закрою это крышечкой, перемешаю немножечко. Надо мне большую ложку взять. Большой ложкой у меня есть такая длинная, салатная такая, да? Вот, лопаточка. Я ее перемешаю, все закрою, это все немножко постоит. И я разложу это по банкам. Вот. Так что, вот так. Вот такая красота и вкуснота получится. Рецепт я напишу, либо закреплю в комментарии, либо в описании к видео. Ну вот, собственно, была полная кастрюля, стала половинка. Я все перемешала тщательно. Перемешала. И толкушечкой потолкла. Вот. Сейчас это все постоит пару часиков буквально. И буду раскладывать по чистым баночкам. Ну, думаю, что здесь две банки хватит. Вот, 3-литровые, конечно же. И убирать это все в прохладное место. Так что сейчас уберу все. Ну все, кастрюлю опустошила. Получилось две вот таких 3-литровых баночки капусты. Сейчас я уберу их в холод. А завтра мы эту капусту будем пробовать. Через сутки. Так что все. Всем пока.